Весенний призыв 2022. В Приморье начались первые проводы призывников в армию. 6 фокинцев в минувшую среду, 25 мая, уехали из военкомата города Большой Камень. Провожали новобранцев родственники и друзья. Напутствовал их глава городского округа Зато-Фокино Александр Баранов. В России военный призыв проходит дважды в год в одно и то же время – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Под призыв попадают молодые люди в возрасте 18-27 лет. При этом срок их службы составляет один год. Так, 25 мая 6 фокинских ребят отправились проходить службу Вооруженные силы Российской Федерации. Пункт сбора отправки был в городе Большой Камень, куда молодые люди прибыли в половине 7 утра. Проводить новобранцев, сказать им слова поддержки приехал глава городского округа Зато-Фокино Александр Баранов. Вы за этот год узнаете, кто вы есть на самом деле. Потому что сейчас на гражданке дома были одни, в школе другие, среди друзей третьи. В армии вы 24 часа будете на глазах у своих сослуживцев. Здесь уже не сподличаешь, не обманешь и так далее. Все о тебе будет известно. Поэтому берегите себя, будьте честны друг перед другом, поддерживайте друг друга, кто будет в одной части служить. Естественно, возвращайтесь к своим родным, крепкими, здоровыми и, самое главное, возмужавшими. Армия, чтоб там ни говорили злопыхатели, это школа мужества. Во все века на Руси армия из мальчиков делала мужа. Поэтому добрый путь, всем вернуться подготовленными к защите нашего Отечества. Военный комиссариат в городе Большой Камень объединяет три территории – городской округ Зато-Фокино, город Большой Камень и Шкотовский район. На церемонии присутствовали заместитель главы администрации городского округа Большой Камень Сергей Улеско и исполняющий обязанности главы Шкотовского района Тамара Шестопалова. Хочу вам пожелать успехов в вашей службе. Вы должны помнить, что это почетная обязанность наших граждан защищать свою родину. Поэтому здоровья вам. И все вернутся обратно живыми, здоровыми, полными сил. Родина вас призвала, и вы должны отдать ей свой долг. Для этого мужчина рождается. Я надеюсь на то, что все у вас будет здорово. Вы научитесь, будете отличниками боевой и политической подготовки. Первый заместитель главы городского округа Зато-Фокино Светлана Кимбаева вручила ребятам подарки – теплый знак внимания из дома. Молодые люди пройдут заново медицинскую комиссию, чтобы подтвердить свою категорию годности. И, возможно, уже сегодня они могут оказаться в воинских частях. Хотелось бы, конечно, пройти достойную службу. Всегда ко всему. Я настроен на победу, так сказать, до победного конца. Ну, по крайней мере, срочная служба, в принципе, думаю, что все будет хорошо. Хочу передать привет маме, в первую очередь, потому что самый близкий человек, наверное, родной, больше всего за меня волнуется, даже больше, чем я сам за себя. Вот, и, ну, еще всем своим братьям и сестрам хочу передать привет, друзьям, особенно брату Коле, который служил 15 лет. Вот. По контракту. 11 числа я получил повестку. Ну, сперва неожиданно было все, а потом нормально. После армии на контракт останусь. В семье служили в погранвойсках, я знаю про эти войска и хочу в погран. Морально готов был, потому что повестка же заранее приходила. Но у меня все в семье служили. И дедушка, и дядя, и ну, все. Будущих защитников Родины пришли поддержать родные и близкие, друзья. Отправлял новобранцев военный комиссар городов Большой Камень, Фокино и Шкотовского района Приморского края Олег Заводнов. По опыту предыдущих лет, по статистике, что порядка 80% наших призывников, они проходят военную службу на территории Приморского края. Ну, 15-20% это в пределах Дальневосточного военного округа, это Хабаровский край, это Камчатский край, Читинская и так далее области. Ну и не более 5-10% могут уехать за пределы Дальнего Востока. Ребята попадут в действующую армию, пройдут курс молодого бойца и примут присягу, которая, как правило, проходит через 4 недели и куда обязательно приглашаются родители военнослужащих.